Всем привет! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня наш какой-то там уже очередной выпуск турне по кафе. Мы слегка приостановили наши выпуски и подзабыли даже, какой он у нас. Но сегодня решили что-то продолжить немножко. И вот сегодня мы объехали несколько мест. Да, первое место, которое мы посетили, это был ресторан «Шинок». Украинская национальная кухня. Где-то улица Тарская. Вот, ну там сказали, что у них уже давным-давно есть свои артисты, как бы, и они с ними сотрудничают уже 6 лет. Но у нас была супер идея, мы хотели украинскую национальную музыку исполнить, такой концерт, но что-то, в общем, не получилось. Ну да, у них, судя по всему, хватает, как бы, музыкантов собственных. Потом поехали в бар «Променад». В баре «Променад» мы очень испугали суммой администраторшу. Ну, правда, потом, конечно, немножко поговорили. А вот. Ну и, как всегда, как и везде, у нас взяли контакты. Типа, вот, да, мы как бы посмотрим. Ну, будем надеяться. Потом поехали в тот еще бар, но он был закрыт. И, похоже, он там что-то немножко разваливается снаружи. Возможно, что он не выдержал. Не выдержал натиска инфляции и отсутствия клиентов. Да, печальная ситуация складывается в нашем городе. Где... И еще мы в одно место съездили. Да, как он называется? Клевер? Сейчас, да, подождите, он называется Клевер, посмотрю. Но сначала там был бар какой-то, как же он назывался? В общем, другой бар, да, по Дубльгису. По Дубльгису там написан другой. Другой бар, так и называется. Другой бар. Название какое-то там очень такое, типа на букву какой-то Х. Хулиган. А, хулиган. Бар-хулиган, да. Вот, но сейчас там такое милое кафе, которое называется Клевер. Это семейная такая какая-то штука. Вот, мы зашли туда. Оказалось, что владелица этого кафе преподаватель музыки. Тоже училась в Шибалинке. Ну и, в общем, очень сродни с нами. Вот, и они как раз хотят делать там живую музыку. Да, друзья, это именно так. И, может быть, мы станем постоянными артистами этого места, на что мы очень надеемся, что мы там повыступаем. Ну и спешим сообщить, что 10 числа... 10 ноября. Ноября в 19:30 в арт-кафе Республики мы будем выступать, а потом на следующий день тоже 11 числа в Гранд-кафе Пьер будем выступать. Ну так получилось, два мероприятия подряд. Да. Ну, возможно, эта идея не очень... хорошая, но тем не менее, как просто есть, так получилось. Да, поэтому, если сможете, то приходите попить чашечку чая и послушать живую музыку. Да, мы музыканты, хотим живую музыку играть.